Густилась тьма безмолвия в горах. Молчание грозно предвещает бой, последний стан и нет пути назад. Гунит в кольце, он обречен судьбой. В осаде крепость, горький путь войны. Последний стан мятежного имама, 500 мюридов в нем обречены. На стыке гор Чечни и Дагестана. Последний штурм, полки врага несметны, сурова участь неприступных стен. Нарушив свой обет в преддверии смерти, Шамиль принял решение сдаться в плен. В предсмертный час совет своих наибов Шамиль последний раз к себе созвал. И сроком с безысходностью смирившись, наибам, обратясь, имам сказал: «Сыны Кавказа, воины ислама, сыны суровых, непокорных гор, здесь много лет кровоточила рана, таков судьбы жестокий приговор. Мы бились за свободу столько лет, Кавказ в огне весь пламенем пылает, но этому конца и края нет. Хоть гибли мы, как нам и подобает, в душе у нас не заживают раны, страда небесная и в крови земля. Хотел понять я смысл этой драмы и долго думал, боль в себе тая. Я понял, что судьба нам непокорна, нам не дано понять свободы вкус. Остановиться здесь нам не позорно, и пусть победу празднует Урус. Свободу я потомкам завещаю, их не постигнет участь этих стен. А я свой путь сегодня завершаю, мной принято решение сдаться в плен. Не выносите спешных приговоров, мои наибы, в этот трудный час. Теперь, смирившись с горестной судьбою, мои мюриды, я покину вас. И в стан врага направился Шамиль, исполненный тоски, головой поникнув. И Байсангур вдруг в бешенстве вскочил, наиби мама в ярости окликнул: «Шамиль, остановись хоть на мгновение, ты в плен сдаешься проклятым врагам. Остановись, ты не найдешь спасения, я не могу понять тебя, имам. Мы четверть века за свободу бились и умирали, не склонив колен. Мы, смерть презрев, врагу не покорились и от тебя не вытерпим измен. Скажи, зачем, имам, ты вел нас за собой в пучину смерти, чтоб здесь ты нас покинул не затем. Мы покидали жизни круговерти, в боях сражались до последних сил, и твердо шли мы по пути Аллаха. Святые горы гордо отстоим, любой ценой и хоть ценою праха. Чечня в огне, страданий бед полна, уж больно много пролито здесь крови. Наш первый долг неверных покарать, мы отомстим врагу за слезы вдови. И вот настал жестокий смертный час, неравный и последний примем бой. Имам, ты здесь решил покинуть нас, остановись, ты будешь проклят мной. Остановись, одумайся, помнись, врагу сдаешься на исходе лет. Шамиль, взгляни назад, ты не уйдешь. В руке моей взведенный пистолет. Имам не посмотрел в глаза наиба, на зов не оглянулся он в ответ.
Он знал, чеченцы не стреляют в спину. Таков был чести воина обет. Шамиль ушел и сдался в плен Наиб. В порыве гнева яростью ослеплен. В зловещей тишине стоит Куниб, и в три кольца он намертво оцеплен. И путь один — свобода или смерть. К сражению Байсангур орать готова. Наиб и мама гордых сыновей призвал на Газала по сердцу зова. За мной мюриды и воины джихада. Наш грозный дух покажем мы врагу. В раю нас ждет великая награда. Пробьем кольцо и вырвемся в Чечню. Вперед, чеченцы, примем этот бой. Крепки клинки из атагинской стали. В бою заплатим жизнью дорогой. Здесь братья за свободу погибали и ринулись чеченцы на прорыв. Куниб оцеплен, мощная преграда. Была цена свободы дорога. И бились насмерть воины джихада. Блеск острых сабель, пушечный раскат. И кровь, и порох вместе все смешалось. Чеченцы знали, нет пути назад. Кромешным адом битва показалась. И бой затих, горел закат вдали. И солнце диск сходил по небосводу. В Чечню лишь 30 воинов ушли. В жестокой схватке отстояв свободу. И бой затих, горел закат вдали. И солнце диск сходил по небосводу. В Чечню лишь 30 воинов ушли. В жестокой схватке отстояв свободу.